Хей, йога, с вами Шмики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Borderlands, а именно DLC. И DLC, на котором мы, скорее всего, отправимся. Так, степы. Сначала разобраться, все мы ли с вами сделали здесь. Я имею в виду по предметам, попродавали все то, что не нужно нам. Блин. Подождите, это аж моя, да, снайперка? Давайте тогда ее это сбегаем, отнесем. Типа, а чё ей лежать здесь у меня? Вот тут задание появилось. Йоу. Ты мне поможешь, я тебе заплачу. Вот так все просто. А, рейд Бой босс. побежден. Джек лежит в луже собственной крови и дерьма. И тебе кажется, что Пандора спасена. Ошибаешься. Я собрала сейсмограф из ржавого металла и слизи. И он показывает, что где-то на Пандоре проснулось сильное существо. Ты его Ну, уничтожишь, конечно. и чё Надеюсь, у тебя теперь? хватит эридия, чтобы Да, добраться кто-то до его должен логова. разобраться с новыми хранилищами. Я! Ты не сможешь открыть их все. Смогу! О чем ты думаешь, Лил? Прежде чем отправляться к новым хранилищам, нужно отстроить город, починить щит, стереть в порошок Гиперион и похоронить погибших. Да, Джек погиб, но война еще не скоро закончится. Ясно. Что скажешь, Брик? Брик, что Я скажешь? уже сказал, что хочу заняться хранилищами. Окей, короче, отправляемся. Я хотел вот, что я заметил, что у меня патронов нету. Да купи уже что-нибудь. А мы купим патроны. Убери, чтоб тебя не убили. Патроны, патроны. Так, Спасибо, что не дробовик. сдохнул. Снайперка. Ты миллионный покупатель. Я миллионный покупатель. Отправляемся с вами в ДЛЦшку. ДЛЦ. А в какой мы отправимся в DLC? Здесь я вот думаю. Ну, скорее всего, по картинке заставки, ну, данной серии вы уже поняли, куда я отправился. А я вот, блядь, не знаю. Так, пар и электричество, левши. Ущелье отмороженных. Тундра Экспресс. Перспектива, редиский мох, котел полилозубы, ущелье героя. Блин, я не знаю, куда отправиться. Скромный порт, священная лощина. Безбашенный кратер безбашенности. Налет на цифровой пик. Оазис. Давайте, наверное, пар и электричество, левши. Или это не DLC? Блин, вот херово то, что здесь типа DLC не подсвечивается. Так, ну я знаю, где. Так, ущелье героев, сердце пустыни, Рединый Мар, перспектива, Линчвуд Гирский, так, заповедник, едкие пещеры, награда, говорит. Но я знаю точно, что Оазис это ДЛЦ. Самогонный завод, остров Трахбах, налет на цифровой пик, безбашенные кратеры безбашенности. Давайте безбашенные кратеры безбашенности. И цифровой пик. Ладно. Да, это оно. Куда я хотел отправиться? Это нелюбимая DLC. Это которая будет мне бесить DLC, запомните. Слушайте внимательно, скопище неудачников. Говорит Патриса Теннис, ей нашла еще одного хранилища. Как вы, наверное, знаете, открытие первого хранилища 5 лет назад вызвало целую реакцию, в ходе которой были обнаружены новые скуткотища. Разве ты хочешь слушать искателя хранилища? Ты хочешь слышать Думбром? Меня зовут Орк, и я хочу задать тебе один вопрос. Только один вопрос. Взрывы! Get off
Убирайся с этой частоты, жалкий Протеер. Я пытаюсь объяснить. В том слове слишком много слова, извинись. Как я говорила, новое хранилище находится прямо в середине огромного кратера и откроется только в том случае, если чемпион всей Пандоры наркует его кровь искателю труса. Включительно труса. Мы враг Петерторг, искренне ты полагаешь, что это просто охренительно. Насколько охренительно, что мы собираемся что-то там, чтобы выяснить это безбашенность номер один. Хотите участвовать, приходите туда и находите хранилище в безбашенности кратера безбашенности. Это место называется по-другому. Безбашенный кратер безбашенности. Мистер Торг устраивает Мисилова. Вот наша DLC. С этого DLC я хотел... Добро пожаловать в безбашенный кратер безбашенности, безбашенный. Говорит мистер Торг, я веду тебя в курс событий. Знаешь, значит, ты хочешь выиграть наш турнир, открыть хранилище, завоевать титул безбашенного номер один. Но прежде чем начать, тебе нужно поставить цифровую подписку на... Так, подача заявления. Все такое. Дорога в ад. Сразу давайте по карте, по заданиям. Короче, вот, сюжетная миссия у нас пошел. Пошла сюжетка. Могу я вот это удалить? Так. Так. Вот так, короче, то, что игнорируется, это мы сюда. Почему именно это DLC? Потому что здесь в основном мы будем ездить на машинах. Я уже немного, типа, посмотрел именно DLC-шки. Ну как, DLC-шки. В каком, типа, прочел в Стиме. В какой последовательности лучше не проходить, а по интересности. Поэтому самое интересное подготовил на самый конец. Прохождение Borderlands со всеми DLC. Так, сначала изучаем. Сначала все дело изучаем. Большая ли локация? Да, довольно большой DLC. Из-за того, что здесь много всяких миссий, побочных заданий и все в таком духе. Но минус. Это то, что я говорю. Свободный мир, связанный с машинами. То есть мы с вами по-любому будем гоняться на машинках здесь. Так как Торка любитель взрывов и любитель машин. Больших машин. Высокое качество, низкие цены. Так. Что по счетам? Ничего ценного. Видите сразу, да? Дороги, чисто дороги одни. По карте можно увидеть... огромную локацию, где одни колеса. Классно зарегистрироваться. Шучу! Нахрен отказался пертезий? Ты на территории только лопух. Давай на арену, а я славлю тебе офигенный что-то то там. Много тентини. А единственный минус, то что я думаю, я буду очень много вздыхать. Просто невероятно много вздыхать. Почему? А потому что... машинка-то у нас, может быть, и будет хорошая. А вот урон не уверен. Сомневаюсь я во втором. Очень сомневаюсь. Я вот это, по идее, единственное, кажется... Не. Я Borderlands 2 давно еще играл. Но это, по сути, одно, которое я вообще даже не играл, не знаю, что и как. Подался. Я знаю... Добро пожаловать в безбашенный кратер безбашенности. Не мусорить. Так, идите на арену. Сейчас ты... Так, ты на 50-м месте в рейтинге безбашенности сразу. На это бабушка ушла несколько часов, ее из... Так, зубы выпали ее в прошлом веке. Так, поднимешься на вершину рейтинга, кроме того, тебе нужен спонсор, иначе твое участие будет нелегальной. Тебе как-то понятно, да.
Вот единственный здесь плюсик, это в этой машине. Ой, а вот это вот минус. То, что они пробивают ее. Сильно пробивают. Сильно машину мне пробивают. Ну здесь, в принципе, можно с машины даже не влазить. Возможно, в следующий подобраз тебе спонсор заранее. Ну и немного отвлекся. Так, боролся с акулой. Так, вместо того, чтобы побудовать связи спонсора, игрока ты можешь спонсировать. Кто бы... Акула. Ответ... Да. А вот это вот минус, то, что типа все DLC, сколько уже игре, она... Блять, видите, в чем херня? Я с машины влазю, у меня не фулл хп. Так. Риди, стоять. Или это не Риди? Нет, подождите, это не Риди, а что это? Граната. О, как вы выглядите, какие у вас костюмы классные. Так, тихо. Так. Облик. Так, наверное, тебе уже ясно, что ты пытаешься замолчить решительно все, в том числе сотрудников. Позвольте тебе... Короче, вот это минус, то, что не озвучено, то, что еще продолжаем. Блять, и... Из-за этого дерьма... Будем честны, да? Из-за этого дерьма я не буду смотреть по сюжету, что. Эй, приятель, меня зовут Пистон. Твой навык просто отшельный за искатель хранящий. Я слышал, что тебе нужен спонсор. Но мне как раз нужен новый ученик. Найди меня на арене. Просто иди на усиленный запах за запахом успеха. Да, типа, подзаработать можно. А DLC как для какого уровня? От 30 до 50 уровня. Пистон, а что вы сказали тем, кто обитатель вас представит, а поднятие в первое место топа? О, Джеффи. Ну, я полагаю, я бы сказал, что мне это... Что? А затем я бы сказал им... Никогда! Никогда не называйте меня обманщиком! Не наезжайте на чемпиона. И отвечаю за свои слова. Эй! Сюда, салага. Ну посмотрите, вот просто боссы... Ну я не знаю, босс типа NPC. Ты находишься в... Ты гиганта. Глава первая. Добро пожаловать в джунгли. Вот предложишь Пистон, приятель. Пистон станет твоим спонсором, Пистон возьмет себе. Ах ты хранилище, и я устрою темный бой на арене. Или туда я покажу им, что Пистон искатель хранилища. Это сила, с которой нужно считаться. Это только мне кажется, что он представляет себя при первой же возможности. Так, войдите в арену. А могу заехать? Стоять. Давайте попытаемся заехать. А, так это арена обычная, смотрите. Я думал, типа, арена на машинах. О, что-то новенькое. Привет. Вообще-то, первый матч обычно проводится с одним противником. Ну, я подумаю, к черту. Болван, если название ужаса убийца, лично я бы на так младенцем со связанным за спиной что-то там... Ни хрена. А смотрите, а здесь специальная валюта какая-то у них. Я вот это хочу. Блин, ну ее уже скоро уберут. Леди и джентльмены, похоже, вам следует... Бойцы прибыли на арену. Сумеете ли искать хранилище пережить раунд под названием... Страсть к разрушению? Я думаю, все мы знаем ответ. Не исключение. Правильно представить просты. Бери это оружие и убивай последних выжившихся бойцов на свою безбашенности.
Так, стоять. Надеюсь, тебе все прививки сделали. Слишком он. Видите, они как. Он быстро говорит, блядь, я не успеваю даже читать. Так, так. Ты по второму? Так, так, так. Пока что идем по сюжету. Если это чисто арена, ну мы и выполним это DLC, почему бы нет. Арена Торга. Да. Знаете, смотрю на эту арену и немного... Мне игру напоминает этот... Драгонест. Так, подготовьтесь к бою. Готовьтесь, приготовьтесь. Если что, вот турель у меня есть. Пушки у меня есть. Леди и джентльмены, настал момент, который вы все ждали. Ужасный убийца против искателя хранища. Приготовьтесь к... мордобою. Бой! Ну типа я буду лучше здесь сидеть. Это довольно безопасное место, как на первый взгляд. Так, я здесь еще одного видел. А так отбитый вы нас расследующий. Так, уничтожьте вторую линию врагов. Ты что, потерялся? А, так тут чисто каждый против друг друга дерутся. Тут видите, оказывается, не все против меня, а нужно чисто выживать. Тогда нормально, это легко. Я только выполняю приказы. Так, у меня, я вижу, стилят опыт. Ого. Коротышка живучий. Ха. А смотрите. Но они в большинстве случаев против меня. Это я, да, да, да. У меня жесткий пистолет есть, ребят, то не забываем. Искать хранище. Так, слушайте, я так все-таки подумал, нужно быть осторожным. Все-таки не лучшая идея. Они стилят у меня врагов. Ха-ха-ха. Кто против кого, да? Не, вот это прикольно, типа. Я думал, чисто... против меня будут все. А если такая... просто мордобой... Воу-воу-воу. Вот это типа что, втихаря только что вылез он? Вот это херовое было. А где враг? Вот это что, они типа начинают теперь часто вылазить? Вот это меня немного расстраивает. Откуда? А-а-а.
спрятался как. Вся моя жизнь была шуткой. Ах ты, зараза. Ух ты! Вот это я... Так, еще? Где, где, где? Видите, есть такой же, как и я, умный. Который от всех спрятался. Тихо. День. И все искатели хранилища побеждают, и папа побежал сразу на пятую строчку рейтинга. Убиваньки. На пятую строчку? Пацану очень гордится с тобой. Я договорился с персами, чтобы тебе принесли оружие. Возьми его. Пацан считает тебя начало прекрасного взаимной связи, взаимной работы. Ого, ничего себе. Портрет Мокси, здрасте. Вижу, довольно это хороший, да, предмет. Так, там ничего не пропадало? Нет. Зачем мне портрет Мокси? Но он никуда мне не сохранился. Граната. Что здесь? А, хорошая награда. Задание выполнено. Жетоны Торга. Вы нашли жетон Торга. Такие жетоны можно выиграть на турнире и отнять у безбашенных. За жетоны можно приобретать снаряжение у торгов в их автоматах Торга Торг. Ага. Не делите мне богатством, хранящим с безбашенным наемником. Ведь я величайший воин в истории. Я сам открою. Я сам открою хранилище, а ты... Так, убираешься с моей арены. Ко всем чертям. Это мерзкие звуки, которые союзники как и получают маленькие искатели. Чё это? Чё это? Что с картинкой? Почему я слышал какие-то шипения? Газ? Кто похищен искателя хранища? Что вообще происходит? Я не понимаю. Орёт Тор. Я сам не понимаю, слышь? Походу, мне немного надурили. Меня своровали. К чертям. Пистолет все-таки не лучше. А вот дробовик плохим не кажется. Так, вниз, я думаю, лучше не прыгать. Так, а подожди, это ж печка из первого, да? А нет, там у нас был картонный этот джек. Окей, покиньте арену. Гори, детка, гори. Я танцую в твоем. Нарежу себя салат, оливье. Ладно, этих, видите, они хотя бы ваншотятся, это мне нравится. На арену торга установлено 17 000 микрокамер, которые ловят ваши мельчайшие движения. Так что, когда вам... Говорят о видеокамерах. А никаких камер не видели. Не удивляйтесь. Хорошо. Надо выбираться отсюда. Походу меня релик. Челик надурил. Значит, он подохнет. Безбашенный кратер безбашенности. Хм. Что за черт? Леди и джентльмен, это хранилище исчез с арены. Я не знаю, куда он нахрен делся. Позвольте мне представить тебе, Тор. Искать хранилище пришлось сбежать, когда стало понятно, что для того, чтобы стать безбашенным номер один на Пандоре, придется сражаться со мной. Писан, другого внука не осталось.
Думался бежать? Какой стыд! У меня нет выбора, и как я рассказал турниру, торга вынужден официально объявить искать хранилище трусам. Ля, вы охерели, я не понял. Так, 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 вот это вот не надо мне, понял? Я ещё... Окей, скажи тебе прямо, я знаю, что ты не трусишка, но это неожиданная концовка, чертовски оживила шоу. Тем не менее, хочешь продлиться борьбой, придется искать нового спонсора. Иди в мордобой. Окей. Нужно срочно машину взять, пока никто не повлазил. Так, ладно, машинка. Вот с бочками, с вот этими. Это лучшее. Так, что мне мало уже дают. Чет мало дают. Так, ладно, поехали. Не, ну, в принципе, карта 50-50. Большая-небольшая. Мне нужно теперь понять, куда я еду и куда мне вообще нужно. Так, обратно, поехали. Давайте хотя бы черные участки вот эти исследуем. Чтобы у меня вся карта была светлая. Так. Так, закрытая зона. Так, походу туда можно попасть. Ай, нахер надо. Но они, видите, они вообще ничего не могут сделать против моих бочек. Вот самая имбовая машина. Я вообще-то раньше думал, что с бочками это вообще дерьмо будет. Оказывается, ребят, я ошибался. С бочками самое топ. С бочками это топ. Это взрывной урон, это просто дохуя дамага. Так, давайте туда поедем. Так, а как мне туда заехать? Единственное, это разрушимость здесь мне не нравится, и все. Типа стоит бочка, да? Но она вообще нерушимая какая-то. Так, ладно, туда я, походу, не смогу заехать. Давайте сюда. А там, походу... А, не, я туда могу заехать. Так, хорошо. Здесь, походу, тоже, да, будет спонсор. Не, если, типа, вот такая локация небольшая... А, чел. Вижу, тебя норма. Хорошо. Хорошо. А то, что у нас за место? Но тут есть одна локация, куда я могу именно войти. Это вторая, да, локация, куда я могу войти? Туда я даже могу просто пройти. Ну, ну-ка. Ну да, там тоже проход есть. Так, давайте еще туда съездим. И будем заканчивать серию.
Потому что уже подошло время. К концу. Блин, а если я все-таки смогу этот заехать? Давайте попытаемся. Сейчас. Выезд. О. Смог. Послышалось, окей. Так, туда мне не пройти, здесь. Ну, здесь, в принципе, тоже. Ладненько, давайте тогда... доедем до точки. Да, хотя можно и здесь закончить, я думаю, все равно next серию сразу буду снимать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.